Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. В Малахово плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк. Многие СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, в том числе и журнал Андрея Малахова «Стар Хит». К счастью, вскоре эти данные не подтвердились, и возмущенная общественность буквально набросилась на шоумена. Уже неделю о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет вестей. А сегодня в телеграм-каналах сообщили, что актриса умерла 5 октября в Европейском медицинском центре на Щепкино. Записано там под фото актрисы. Мало кто в соцсети обратил внимание на выражение надежды, что с нашей прекрасной няней все в порядке, и то, что ее близким пожелали терпения. Подписчики с гневом обрушились на шоумена и журналистов. В голове не укладывается, как можно распространять сплетни о болезни и тем более о смерти. Это же просто ужас. Писать нечего, из пальца высасывают. Да отстаньте от нее, нелюди, Малахов, ты – дно. Оставьте семью Анастасии в покое. Андрей Малахов, очень вас прошу, дайте ей немного прийти в себя. Я надеюсь, как и все вы, что с Настей все в порядке. Она на лечении, и все хорошо. При этом некоторые заявили, что слухи могут быть и по делу. Скорее всего, это правда, а родственники скрывают. Ведь у звезды тяжелое онкологическое заболевание, и разговоры идут потому, что близкие молчат. Она человек публичный, и муж мог бы сказать хоть что-то, тогда и слухов бы не было. Да, понятно, родным нелегко, но Настя – это не знакомая из соседнего подъезда, а публичный человек, и ее фанаты имеют право знать о ее состоянии. Другие сказали, что раз говорят о кончине артистки, значит, она будет жить, и пожелали ей выздоровления. А вы как считаете, чем вызваны эти слухи? И как, по вашему мнению, родственники должны что-то сказать? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!